Стражи порядка на дорогах отмечают профессиональный праздник. В честь 86-й годовщины со дня образования госавтоинспекции в округе прошло торжественное собрание. Когда есть на плечах звездочки, то желательно, чтобы было их больше и были бы они крупнее. Люберецкая ГАИ, ГИБДД – одно из лучших подразделений в Московской области. Коллектив у вас крепкий, самое главное, такой слаженный, преемственность традиции присутствует. Я сегодня хотел бы, друзья, каждому из вас пожелать и здоровья, и благополучия, и роста по службе. Чтобы наши ветераны и те наставники, которые есть у молодых сотрудников, которых сегодня будем поздравлять, передавали тот колоссальный опыт, который есть, и не позорили честь офицера Люберецкого ГИБДД. Еще раз вас всех с наступающим праздником! Роман Катерухин мечтал нести службу в ГИБДД еще со школы. В Люберцах инспектором ДПС работает 2 года. Сегодня ему присвоили специальное звание лейтенант полиции. Больше всего меня привлекает служба ГИБДД. Это, во-первых, общение с гражданами. Довольно-таки большое разнообразие в работе. Если ты к водителю как бы с душой также обращаешься, относишься, так же и к тебе будут относиться. С тобой также будут адекватно общаться, разговаривать. Не будет никаких лишних вопросов. Среди сотрудников ГИБДД есть династии. У Татьяны Ковалевой всю жизнь посвятил госавтоинспекции отец. Сегодня он работает старшим инспектором по розыску. 6 лет назад его дело в Люберецкой ГИБДД продолжила дочь. Я нашла себя именно в службе пропаганды безопасности дорожного движения. Мне нравится общаться с детьми, нравится вообще эта служба, нравится преподавать правила дорожного движения маленьким. Сотрудники отдела ГИБДД Люберецкого межмуниципального управления принимают участие в обеспечении безопасности на территории Люберец, Котельников, Дзержинского и Лыткарино. В структуре несут службу 140 офицеров и более 40 вольнонаемных. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.